Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, что вы в такую ненастную погоду все-таки пришли в этот замечательный клуб. И хотя на улице промозгло и сыро, но я думаю, что на самом деле все хотят чего-нибудь светлого, веселого и радостного, и мы постараемся что-нибудь такое придумать. У нас сегодня не очень обычная программа. Я назвала ее «Блюза до фанка». И как раз это как бы и джаз, и не совсем джаз, такая современная его часть. И начнем мы с песни «Mercy». Спасибо. А следующая композиция — это самба. Написала ее замечательная певица, которая у нас мало известна. Зовут ее Бася. А самба называется «Take Me As I Am».
Сейчас я зову замечательных музыкантов. Я не успела их еще представить. Это замечательный пианист и клавишник Дмитрий Илугдин, Антон Горбунов, бас-гитара, и Дэвид Браун, барабаны. И сейчас они что-то для вас сыграют. Thank you.
I
Thank you.
И сейчас еще одна латина. Мошкина да. Stop it down, man.
что? А сейчас? Брюс. Endangered species. Thank you.
Сейчас я бы хотела спеть тему, посвященную Хьюстону. Это, скорее, даже две темы в ее память. Это одна из моих любимых певиц. И мне хотелось бы посвятить ей такую небольшую композицию. I look to you.
время замечательный диск с Ивеном Линдсом. И сейчас мы исполним одну из композиций. They'll hear what you say. Я жду тебя. Thank you.
Спасибо. А сейчас, может быть, Антон нам что-то сыграет. Так, ну тогда... А сейчас прозвучит акапельный блюз. Он на самом деле очень старый. Но я попрошу тех, кто в зале, мне помочь. Нужно будет хлопать вместе со мной. Тогда, когда я покажу. Thank you.
Yeah.
играли Дэвид Браун, барабаны и перкуссия, и голос. Антон Гарпунов, бас-гитара. Дмитрий Лугин, рояль. И Екатерина Черноусова, все остальное. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что мы еще здесь будем выступать. И ждем вас на следующие концерты. Счастья и любви!